Всем привет! Это канал Пернатикс Лайв. Поня, что ты делаешь? Не кушай мне свитер. Это канал Пернатикс Лайв. Меня зовут Ирина. Добро пожаловать! И сегодня мы с моими попугайчиками Бонни и Яшей расскажем вам, почему же у них не будет птенчиков. Так что, если вам интересно, оставайтесь с нами. Да, с нами, Боня. Но перед этим не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. И давайте начнем. Существует 4 причины, по которой я не буду разводить попугайчиков. Сейчас я вам расскажу про каждую из них. Первое – это то, что я живу в небольшом городе, и в моем городе и близ лежащих населенных пунктов содержание декоративных птичек, в том числе и попугайчиков, очень непопулярно. Поэтому в магазинах наблюдаю такую картину, что птенчики, птички молоденькие живут там месяц, два, три, четыре и больше, и никто их не покупает. И даже если я найду кому, скажем так, всунуть птенчика, то, естественно, если человек заводит птичку без своего желания, он не будет правильно за ней ухаживать. А я не хочу судьбу птичке такую, чтобы ей было плохо, и она чувствовала себя совершенно некомфортно в жизни. Вторая причина – это возраст птичек. Опытные заводчики рекомендуют разводить попугайчиков, сажать на гнездо парочки, которые старше, чем 1,5 года. Бонечка у нас молоденький, ему только исполнился недавно 1 годик, а Яше уже 1,5 года. Поэтому разводить их еще как бы не рекомендовано, потому что высиживание, выкармливание птенцов чревато разными последствиями, которые могут подорвать здоровье птички, особенно самочки. Третья причина – это клетка. Есть возможность повесить гнездо сбоку, есть боковая дверца, но клетка очень маленькая, потому что птенчики со временем начнут выходить из гнезда, и им нужно где-то располагаться. А эта клетка совершенно не подходит для того, чтобы здесь были птенчики. Если честно, она мала даже для 2 попугайчиков, но я стараюсь компенсировать это частыми прогулками и стендом. Последняя причина – это выкармливание птенцов. В интернете на форумах часто встречаю такие ситуации, когда птички в какой-то момент отказываются от своих маленьких птенчиков, их выкармливать, и тогда человеку приходится становиться им мамой и кормить их. А это означает, что вы должны с утра до вечера очень часто кормить птичек, вы должны быть постоянно с ними, сидеть дома, или брать их с собой на работу и кормить их на работе, если же, конечно, ваша работа позволит такое сделать. И птичек, птенчиков, попугайчиков рекомендуют выкармливать специальными кормами, которые есть для каждого вида попугая. Эти корма очень дорогие и даже есть не во всех интернет-магазинах, поэтому достать их весьма проблематично. И если вы соберетесь разводить птенчиков, то эту смесь вы должны приобрести заранее, чтобы быть готовыми к любым ситуациям. Вот такие вот причины, почему я не буду разводить своих попугайчиков. Я не говорю категорично. Это мои такие вот планы на ближайшие 1/2 года, может быть год. Все может измениться, поэтому посмотрим, что будет дальше. Может быть, через какой-то промежуток времени все поменяется, появится какой-то вольер или большая клетка, и у меня, может быть, будут просить, а вы не будете разводить птенчиков, тогда мы обязательно над этим задумаемся, и, может быть, у нас будут птенчики. Надеюсь, это видео вам понравилось, было интересным. Оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки. Всем пока!